Фирс Сергеевич Журавлев – ярчайший представитель жанровой живописи второй половины XIX века. Униженные и оскорбленные – эта тема постоянно фигурировала на его картинах. Особенно часто он обращался к изображению детей и женщин как самой незащищенной частью общества. Представленная на картине сцена выглядит довольно драматично. Невеста находится в отчаянии от мысли о предстоящей жизни. Художник не изобразил лица девушки, но ее поза красноречиво передает глубину горя, которому не в силах помочь многочисленные святые на тщательно прорисованном иконостасе. В диссонанс с испытываемыми чувствами вступает и богатый наряд невесты. Видно, что родители не являются деспотами или самодурами, и по-своему желают добра дочери. Их действия продиктованы скорее самим укладом купеческой жизни. В XIX веке редкая девушка могла сама распоряжаться собственной судьбой. Чаще всего родители выдавали своих несчастных дочерей замуж исключительно по расчету, с целью поправить материальное положение семейства. Женихами, как правило, становились знатные и богатые старики, далеко не привлекательной наружности и со скверным характером. Полотно принесло Журавлеву звание академика и народную славу. Представленный вариант – это вторая версия картины. Первая включала большее количество персонажей и имела более яркое колористическое решение.